Винчи изобрел винегрет. Рассел Уайт, город бобров. Привет, братья, сегодня будем зажигать. Красивые Красноярск. У вас спина есть. Вот, да. Группа «Сердечко». Группа «Сердечко», мы поем для вас, девчонки. Малинин и Пресняков-старший упустили этих ребят из коллектива, теперь они у нас. Дуэт «В штанах». Панкнот «Хлеб». Да, видимо, так как-то, вот так. Дуэт «Партизаны». Да я понял. Группа «Сэм». Ставки сделаны, господа. Ставок больше нет. Сегодня все будет немножечко не так. Поэтому первый раунд будет третьим. Но так как реквизит не меняется, по моему желанию, третий раунд! Только тёлкам мы не сказали, что сегодня Новый год. Поэтому первый раунд. На сцене Рассел Уайт, бобро! Это дебют, спасибо, я люблю. Давай пять, мальчик. Я Рассел Уайт, русская RW, американская. Я вырос в гангстерских районах Боброва. Короче, я просто вырос в Боброве. Я читаю рэп. У меня 3 класса образования, поэтому такие паузы. Презентуха песни, Сейчас все слышим первый раз и сразу с первого раза поем. Все вместе поехали. Наверняка, друзья, у вас... Подождите хлопать. Наверняка у вас была тяжелая неделя. Ничего страшного. Сядьте перед телевизором, включите ТНТ. Там убойная лига. Откиньтесь на диван. И просто... Relax, take it easy. Relax, take it easy. Yeah, с каждым, наверное, такое было. В пробке стоишь, а ту на клапан придавил, а вокруг нет ни одного туалета. Слева площадь, справа театр оперы и балета. Просто реально некуда податься, в центре города в тачке не хватало облажаться. Процесс не остановить, это физиология, все равно, какие вокруг условия. Твоя девушка рядом не может понять, почему твои глаза начинают вылезать. Держит в руках в кино 2 билета, нахрен кино, добежать бы до туалета. Долго не думая, ты бьешь по газам, о, Макдональдс, бум! По тормозам забегаешь внутрь, закрываешься в сортире. Я люблю всех в этом мире. Я вас тоже люблю. Сидел, тебя закодировала жена. И как теперь не пить, когда пьет вся страна? Раньше ты тратил с мужиками в кабаке, а теперь куда девать это бабло в кошельке? Целых 3 года тебе нельзя пить. Надо это время как-то убить. Купил машину своей жене Свете. Еще год прошел, у вас появились дети. На карьере наблюдается, карьерный рост ты занимаешь. Солидный пост, с тещей налаживаются отношения. А ты ждешь, когда поступит на бухло разрешение. Казалось бы, друзья отвернулись от тебя. Ну вот пришло оно, 23 февраля. Выпиваешь литр водки, берешь от тачки ключи. Ты же пьяный, не садись за руль! Сука, замолчи! Все вместе! Подняли руки! Все подняли руки! Подними руки! Не важно, что у вас происходит в жизни. Даже если какие-то невзгоды или проблемы, вы всегда знаете, что делать. Приходите домой в конце недели, включайте ТНТ, там убойная лига, откидывайтесь назад и делайте просто... One, two, three! Relax!
Бобров и его поющие бобрихи. Уважаемые Бубья, сколько денег вы нам даете на лечение? Релакс. Релакс, ребят, 36, все нормально. Всем здрасте! Давай, докажи им! Хорошо, мальчик. Порви всех, кого можно рвать! Хорошо, зая маленькая. Это. Итак, дорогие друзья, в эфире «Убойная лига». Меня зовут Роман Клячкин. И сегодня я хотел бы вас познакомить с очень необычным человеком. Итак, ваши аплодисменты. Андрей Соболев. Андрей... Нормально, Андрей. Присаживайтесь, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, чем же вы вот так необычны? Ну, наверное, начну сначала. Да, расскажите. Учился я в музыкальной школе по классу гитара. Угу. И, знаете ли, каждый день, когда ходил на занятия, проходил мимо маленькой атомной станции, которой владели наши знакомые. И после, как бы, обучения со мной произошли некие изменения в жизни. Ну, вообще, знаете... Андрей, изменился. У вас вот здесь грязная какая-то. Все, убрал. Подождите. А вот что вот это сейчас было? Дрынь-дрынь-дрынь. А, ну вот это и были те самые изменения, такие легенькие. А можете еще что-нибудь показать? Ну, могу. Ну, такой я необычный. Слушайте, а можно я что-нибудь попробую? Ну, попробуй. Останьте. Зачем? Ну, повернитесь. Это что такое сейчас было? Да, это там в детство заиграло там. Где я? Как тебе объяснить-то? Ну, это все круто, но есть, конечно, неудобства. Какие? Ну, вот минус один сексом нельзя тихо заниматься. Почему? Ну, постоянно вот это все. А вот он в самом конце. Ну, а вообще вы поете песни различные? Да, конечно. Импровизируете. Импровизирую, да, пою. Да, можете спеть вот песню здесь? Про кого? Ну, не знаю, вот про Сергея Жукова. О! Могу. Ну, давайте. Что такое? Настройтесь так, про Сергея Жукова. Сейчас настрою гитарку. Ага, в принципе, готов. Итак, про Сергея Жукова под ваши аплодисменты. Давайте, идите. Импровизация, поехали. Итак, первая песня. Я рисую на асфальте белым мелом слово «Жуков». Спасибо. Следующая песня. Следующая песня. Конечно, Жуков. Пам-пара-пажу. Спасибо. Следующая песня такая придумал. Значит, черный Жуков. Что ж ты вьешься? Спасибо. Следующая песня я придумал такая, знаете, Жуковы, Жуковы, над моим окном кружатся, Жуковы, Жуковы, стихи на лист ложатся, спасибо. Следующая песня, песен много, песен... Из репертуара группы Бис. Например, Жуков, возьми телефон, это он, спасибо, много песен знаю, очень легко придумываю. Зарубежные какие? Зарубежные, it's a final, Жуков, вот такая вот есть. Следующая песня. Из мультфильма. Из мультфильма, только Жуков начинается с улыбки. Вот такая есть. А также есть песня. А младший брат любовью чистой королеву полюбил. И однажды ей в лесу, в тенистом свой Жуков подарил. Спасибо. Песен много, песен масса. В темно-синем лесу, где трепещут осины, гнездовов, колдунов, облетает листва. На поляне траву зайцы там косили. И при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы, Жуков. Но
Ясно. Есть масса. Ясно, Андрей. Андрей, много... но это отлично. А, ну вот про Сергея понятно. А вот рядом с ним сидит Полина Гриффит, замечательная Полина, девушка. Да, да, может, да. Что-нибудь для нее исполните? Импровизируйте. Да, могу, могу. Ну что, что? Ну, для Полиночки, конечно же, это будет про любовь. Песенка? Будет... Ну, может, вам нужно подготовиться? Это будет такая серенада, конечно. Пожалуйста, пожалуйста, настраивайтесь. Строимся. Случилось. Я струну порвал! Спасибо! Ну что ж, это был дуэт красивый! Андрей Соболев! Спасибо! И Олег Клячкин! Друзья, R&B! Дуэт красивый! Это был дуэт красивый! Мы готовы продать вам Андрея Соболева за 36 тысяч! Ваше решение! Как единственный человек, чье мнение может быть сочтено неподкупным после этого выступления, могу сказать, что жюри подкуплено ровно на 36 тысяч! Банки! 72 тысячи! Здравствуйте! Мы дуэт в штанах сегодня при поддержке наших друзей. Тоже в штанах? Дамы и господа, на самом деле, сегодняшняя современная молодежь мало читает. Поэтому мы с Ромкой решили написать песню, с помощью которой вы сразу выучите все произведения знаменитого поэта. Поехали. Внимание. Ас-ас Пушкин. Ас-ас Пушкин. Пока не начинаем. Ас-ас Пушкин. Ас-ас Пушкин. Кто придумал старый дуб? Ас-ас Пушкин. В гробу хрустальном тёлки трум. Ас-ас Пушкин. Белку, что весь день трындит. Ас-ас Пушкин. Принцессы, лебедя, гибрид. Ас-ас Пушкин. Золотого петуха. Ас-ас Пушкин. Рыбу, что из золота. Ас-ас Пушкин. Как Женя Венского убил. Ас-ас Пушкин. Про дядю, что Гвидоном сплыл. Ас-ас Пушкин. Про 303 богатырей. Про балду и про чертей. Про чудеса замотиться. Сукин сын, отличный план. Ас-ас Пушкин. Ас-ас Пушкин. Раз, два, три, четыре. Следующая наша песня – это вклад, это наш с Ромкой вклад в гетеросексуальные отношения. Так сказал, как будто, ну ладно. Сергею Звереву посвящается. Я парикмахер и певец, стригу обои, косы. Когда я вижу огурец, не сдерживаю слезы. Я с другом всю ночь я в куре пил. Поджег я по полной и лишь на утро вспомнил. I kissed the girl, I like it real. Прощайте, гомосеки. I kissed the girl, I like it real. Я стану человеком, заведу семью, полюблю футбол. Езжу на рыбалку. I kiss the girl, I like it. Ребят, не последний. I like it. Спасибо, друзья. Это был дуэт в штанах. Деньги, деньги в штаны. Деньги в штаны. 36. Банки на сцене дуэт «Партизаны». Добрый вечер! Добрый...
Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, здравствуйте! Хотелось бы сказать вам, что в отличие от всех дуэтов, мы пошли легким путем и показываем классический идиотизм. Но потом очнулись и пригласили гитариста, чтобы якобы он там чуть поделал. Ну что ж, дорогие друзья, переходим сразу к юмору. Микромюзикл «Сантехник». Под ваши аплодисменты, друзья. Козликин Игорь! Спасибо! Забыл сказать! Дуэт «Партизаны» Ставрополь! Да вот! Дуэт «Партизаны»! Нам нужны деньги на то, чтобы пускать под откос поезда! Мы признаем, что мультик под музыку еще лучше, чем мультик без музыки. Итого 36 тысяч! 180 тысяч в банке! На сцене группа «Сэм»! Дамы и господа, представьте, что вы все сейчас находитесь просто в клаке, в безумно вонючем клубе, где панки, готы и всякая нечисть. Вы в их составе. Вы пришли только для того, чтобы увидеть этих ребят. Они ехали долго, они к нам доехали в клуб клака. Дамы и господа, ублюдки, встречайте! Леонид Горло и Ржавые Кришноеды! Мы придумываем все сами, все вместе с вами. Итак, нам нужно любое слово. Вот ты, девочка. Пекинес. Слово пекинес. Мы сейчас придумаем песню. Ребята, готовы? Поехали. Ночь, тишина. Сижу один. Мяса полно, полно людей, которые не едят ничего, кроме мяса моего. Тут пришел один человек, говорит, я не знаю ничего ни о ком. И самое главное, не забываю, что мы не знаем, как и пекинесы и таксы рожают.
Честное слово. Следующая песня. Вы готовы назвать слово? Вы не знаете слов? Знаете какое-нибудь слово из русского языка? Ну, любое слово. Что? Пушок? Пушок! Да. Ну и, видимо, последняя песня. Пока мои гланды не послали меня к чертям. Какое-нибудь слово? Менты! 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 Готовы? Ребята, это просто пушок. Ну, в общем, за фанатов вам 36 тысяч. Это гениально! В банке 216 тысяч рублей. Мы закончили первый раунд. Увидимся сразу после рекламы, друзья. Убойная лига! Добивку мы сегодня пошли 36 штук. Это очень много. Пишет нам братан Пувджара. Река Москва признана. Так и пишет. Сергей, вы не хотели приезжать. В последний момент изменили свое решение. Почему? Мне тоже нужны деньги. Сегодня 30% банка уходит на благотворительность. Пишет нам Пувджаров. Река Москва признана. Животным, которое занесено в Красную книгу. Вот. Это был ответ за отчет. Привет. Река Москва признана. Сборищем девчачьих слез о несчастной любви. Святой Отец, у нас к вам... Сын мой, ты ошибаешься. Река Москва признана самим сатаной. Река Москва признана. А группа «Сердечки» пока нет. Зато мы чище.
что пишет нам Пуф Жара. Ух, как он угодил нам. Река Москва признана самой чистой рекой в аду. Деньги остаются в банке, ребят. Деньги остаются в банке. В банке 216 тысяч. Пишет нам Светлова Светлана. Вдруг перестало все болеть. Чувствую себя необычно хорошо. Съел вчера в Макдональдсе обед. Хотел бы пожить, но не суждено. Вдруг перестало все болеть. Чувствую себя необычно хорошо. Я захотел покурить, а она говорит еще. Вдруг перестало все болеть. Чувствую себя необычно хорошо. Подпись. Пьяная душа. Вот что пишет страшная женщина Светлова Светлана. Вдруг перестало все болеть, чувствую себя необычно хорошо. Доктор сказал, что это приступ жизни. Да, да, ты рубишь в юморе. Вдруг перестало все болеть, гладиаторы чувствуют себя необыкновенно хорошо, потому что 36 тысяч остаются в банке. В банке 216 тысяч. Мы продолжаем. Пишет нам Илья Привалов. Грузия начала войну с колорадскими жуками. Грузия начала войну с колорадскими жуками. По последним сводкам, потери жуков пока меньше, чем у Грузии. Российская картошка пока держит нейтралитет. Это был ответ в зачет. Грузия начала войну с колорадскими жуками. Им-то они покажут. Грузия начала войну с колорадскими жуками. Саакашвили объявил войну сам себе? Грузия начала войну с колорадскими жуками. Есть потери среди мирных гусениц. Грузия начала войну с колорадскими жуками. Канделаки в шоке, у нее много друзей и с той стороны. Вот что пишет Илья Привалов. Грузия начала войну с колорадскими жуками. Надо же хоть кому-нибудь отомстить. Мы сохраним нейтралитет, а все остается у ребят, естественно. В банке 216 тысяч, и мы продолжаем. Пишет нам Вита Стайл. Иногда сидишь в туалете и думаешь. Всегда сидишь в туалете и думаешь. Что иногда. Мы мыслящие люди, мы Homo sapiens. Иногда сидишь в туалете и думаешь. Не напасть ли мне на колорадских жуков? Это был ответ в зачет. Иногда сидишь в туалете и думаешь, что ты в эпицентре войны, летишь на ядерном бомбардировщике, и у тебя самая-самая мощная мина в мире. Иногда сидишь в туалете и думаешь о большой и чистой любви. Сочетание несочетаемого – это наша фишка, сердечко. Вот что пишет Вита Стайл. Иногда сидишь в туалете и думаешь, почему здесь не растут лопухи, когда кончается бумага? Очень жизненно. Мы слыхали что-то подобное в своей жизни. Я хочу поблагодарить Вита Стайл за то, что он дал такую хорошую тему для размышления и такой хороший результат началом своей фразы. Но, тем не менее, деньги остаются, потому что... Банки 216 штук. Мы продолжаем. Пишет нам Юрас. Если родители давно вам не звонят... Сергей, когда вы последний раз звонили родакам? Ну, я про того парня, который вас на клавишах играл. А вот ему? Но он не родственник ваш? Кто еще будет так долго играть в вашей группе на клавишах? Трио, все сердечки, только они. Они перспективняк, вам надо с ними работать, я вас уверяю. Они знают все ваши песни. Даже вы не знаете всех.
Если родители давно вам не звонят, значит, вам где-то 82 года. Это был ответ за счет. Если родители давно вам не звонят, значит, они далеко. Квартира свободна, малыш. Если родители давно вам не звонят, значит, они продали колокол. Логично. Юрас пишет, если родители давно вам не звонят, возможно, они просто забыли пополнить вам баланс. Вот, Юрас. Вау-вау-вау. Мне кажется, что баланс пополнить надо ребятам за это, потому что, ну, все верно. Баланс! В балансе! 216 тысяч в банке, мы продолжаем. Пишет нам Норволк. Теперь в день погашения ипотеки... Не выслал, потому что вы уже двигаться. Черт, ну почему они так дорого стоят? Черт, ну почему они так дорого стоят? Это не зачет. Нет, отлично, хорошо. Ну что ж, теперь в день погашения ипотеки. Сотрудники банка плачут, потому что их сердца разбиты. Та-ра-та-та-та-та, та-ра-та-та-та-та. Ты что ешь? Теперь в день погашения ипотеки. Начинается ночь погашения ипотеки. Не продал, если это пожалеет. Теперь в день погашения ипотеки ты можешь снова любить эту страну. Веселится субкультура. Теперь в день погашения ипотеки оранжевая жилетка в подарок. Ой. Я люблю вас. Теперь в день погашения ипотеки тебя набухивают в говно, как свинью. Сердечко, мы можем быть грубыми. Спасибо, друзья. Вот что пишет Норволк. Теперь в день погашения ипотеки снова отмечают Юрьев день. Что фу? Вы же не знаете, что Юрьев день. Фу. Вы же до 6 класса не доучились еще. Хорошо. Сегодня не тот день, чтобы портить вам настроение лишней информацией. Юрьев день – это день всех Юрьев, именины. Вот так вот будем считать. Нам кажется, что телезрители упустили и этот последний шанс подорвать банк. Вот тебе бабушка и Юрьев день. В банке 216 тысяч рублей. Мы заканчиваем второй раунд только для того, чтобы вернуться. Вернуться очень скоро после рекламы. Кактус, школьник, у нас впереди третий раунд. Бадди Юрий, Young Boy, Bad Boy, Yes Boy, Ковбой. Теперь о деньгах. Ставки делают сами гладиаторы. Ваша первая ставка. Давай. Да. У нас у каждого в штанах что-то есть. Наша ставка 36. Да. Ну что ж, мы начинаем. Где? 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 Хренительно. Такое оригинальное место мы придумали 1 апреля. В магазине. В сарае. В магазине, в сарае. И в солярии. Вот три номинации. В тоннеле. На смертном одре. Кладбище, морг, баня. Я так подумал. В магазине было бы слишком просто. Давайте сделаем так. В музыкальном магазине. Сегодня у нас все музыкальное. Тема в музыкальном магазине. Поехали. В музыкальном магазине. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. А у вас есть альбом группы Биз?
Нет, к сожалению, нет. Группой БИС интересуемся? Деньги есть? Вы чё, голый? Фу, извращенец! Кто б говорил, блин? Ром, подай. Да, а ты объяви. Да. Где-то, ну, лет 15 назад возле музыкального магазина. О, здрасте. Здрасте. А что это вы? Да что, в музыкальном магазине вчера купил себе игрушку. Ага. Музыкальный брак. Да вы что, а я такую же купил. Ну вот послушайте. Так. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, жопа, что ты одна такая, жопа, одна стала одна... Слушайте, ну да, а поди у меня... Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, жопа, чужие... Так, понятно, короче. Короче, слушай, понятно. Ну, мне кажется, там проводки... От... Да нет, у них, по-моему, там плазменная панель сзади. Мне кажется, смотрите... Послушай, нет, они смотрите, думают, как... мы брак, же, да. Надо объединяться. Давай создадим группу. Есть и песня. Есть песня. У тебя руки поднимаются? Поднимаются руки у меня. Будем руки вверх. Послушай. Послушай, а что же делать с жопой? О жопе рано думать. Жопа у нас будет через лет 15. Чужие губы. Все, готовы? Да, давай. Уважаемый нами Сергей Жуков на автограф-сессии в магазине музыкальном. Подпишитесь мне здесь. Жуков. Спасибо. А мне вот здесь. Жуков. Спасибо. Жуков. Жуков. Здравствуйте, мне. Жуков. Спасибо. Жуков. А? Жуков. Вау, Жуков. Жуков, Жуков, Жуков. Сердечко. Успокойся, я тебе дома распишусь. Потехин. Ну что ж, это были случаи в музыкальном магазине. Ставка 36 тысяч. Амбициозно, нагло, дерзко. По-боевому. Господин Жуков, вам и решать. На ТНТ столько фразы Жуков прозвучало. За это только вот, вот точно. И от Потехина и еще. 36 сыграл и все. Я думаю, это точно. Сыграла. Под Калину. Банки 252 тысячи. Вторая ставка. У нас в штанах начало расти. Жалко, нельзя ставить больше 36. 36. Принимается ставка. Давайте. Давайте. Собираем. Дизайнер. Прям чик-чик-чик. Стилист. На аттракционах. Так вот складывается. 1 апреля. Вот хорошая история. Парк развлечений, да? Комната страха, аттракционы и стилист на них, да? Кто еще может быть? Какие варианты у нас? Панки. Панки в парке аттракционов. Панки. Поехали. А теперь блевать. Итак, дорогие друзья, давай я попробую. Приготовьте ваши слабые нервы, если у кого-то слабые. Панки в парке аттракционов. Давай, 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 дав
Так, так, здравия желаю, московская милиция. Вы что тут делаете? Отдыхаем. Отдыхаем. Ребят, вы вообще с какого РУВД? С Кировского. С Кировского, понятно. А что в форме? Сегодня день милиции. А, так сегодня! Панки в парке аттракционов. Привет, девчонка. Здорово, девчонка. Еще хочешь настоящего мужика, панка? Хочешь настоящего, Хочешь настоящего байкера такого, нормального мужика? Самца хочешь нормального такого? Настоящего самца, мужика? Хочешь панка? Ну да. Блин, че им так везет, я не понимаю. Друг, я терплю тебя. Ой, спасибо. А панки в парке аттракционов. Ну чё, давай, я не знаю. Слушай, я... Все, больше никогда в жизни такой толпой не будем бухать в этом парке. Давай, бери вот это. Давай. Давай, все, это просто. Все, в тенечек хотя давай, бы. Да, хотя бы в тенечек. Так, давай вот это. Давай. 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 Ну, господи, прижало его, смотри как. Вот давай так. Вот этого, фиолетового. Давай, сейчас. Фиолетового. Так, давай. Так, так. Так. Это что? Да, давай, это я про, этого сам... Этого просто кинь туда. Да, я просто отошу. Просто кинь сюда. Все, да, пусть тут. Да. Так. Да. Давай вот этого вместе швырнем. Давай. Давай, давай, давай. Оп. Да. Так, нормально. Так, этих тоже чуть-чуть сюда просто. Слушай, в следующий раз мы бухать будем, они не будут. Да, надоел. Да. Все, стой, вот. Да. А, во. Вот. Нашел. Да. А, все. Все. Все, поехали. Поехали. А что это? Где ключи от машины? Блин. Развлечения аттракционов. Вот оно. Ой, мама дорогая, 36 тысяч на кону. Ставка сыграла, штаны выросли. Банки 288 тысяч. Ставка. Да. У нас в штанах просто жесть. 36. Сделано! Ребят, если честно, а если серьезно, смотрю я на вас и думаю, какие же вы все-таки дураки. Дураки во всех их проявлениях. Поехали! Дураки во всех их проявлениях. Придурки во всех проявлениях. 3, 4. Не любит больше осетрину Марина. Она влюбилась в какого-то блондина. А СБС ждет, а сердце просит карантина. Попал в твою, Марина, я паутину. Ребята, ребята, я ваш фанат, ребята. Марина. Послушай, это же вы группа «Сердечко», да? Осетрина. Ты Жорик, я тебя знаю. Ты Жорик, а ты Артур. Придурок, что ли, а? У нас концерт здесь идет. А сами вы не придурки? На день ВДВ с такой песней выступать. Дураки во всех их проявлениях. В частности, в казино. Здрасте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы хотим ставочку сделать. Рулетка, да? Да, рулетка. Значит, вот эти ключи от квартиры, ключи от машины... Все мои деньги, справка на жизнь. В общем, все. Все на 150 черное. Вы еще понимаете... от меня миллиард. А, вы с ним? Да. Вы с ним, да? Я с ним, да. Вы тоже с ними? Пока нет. Вы понимаете, всего 40 цифр. 150 не может быть. Понимаем. 150 черное.
На 150 черное. 150 черное. Какой, да, какой коэффициент будет, если вдруг мы выиграем? Да, вообще. 700 миллиардов. Я с ними, вот полотенце. Мы готовы. Давай, все. Крути. Давай. Только 150, а? Скрестили пальчики. Только не 149. Ребята, ну будет очень. Вот. 150. 700 полотенец. 500 ключей. Хрен его знает, сколько миллиардов. Перебирайся к нам. Баран. А мы сейчас уйдем? Слушай, а я откуда подхожу? А что? С ними вместе? Давайте здесь, на сцене. Вообще. Давайте. Да не, надо выходить на сцену. Являться не надо. Придурки в своем самом обычном проявлении. Итак, придурки, пожалуйста, третья ставка. Че, ребят? Слушайте, не, стойте. Чё? Короче, смотрите, чё? Мы взяли все 36 в первом раунде, да? Да, да, да. Да, да, не да, проиграли да. ни одного вопроса во втором раунде. Это да, верно. Верно. Сыграли две ставки по 36 в третьем раунде. Да. Сколько у нас сейчас денег? Неизвестно. 15. 288 тысяч, чуваки. Надо ставить штуку. Школьник. Штуку давайте. Нет, давай 36. Давай 36. На рекорд. На позитивище. Давай. Давай. У нас в штанах вообще жесть. Наша ставка 36. Ну не придурки ли? Это были все придурки, которыми мы владеем на данный момент. Они сделали максимум возможного. Друзья, вы знаете, у нас есть вполне праздничное заявление. Мы совершенно согласны с тем, что вы придурки, но хотим вам торжественно заявить, что дураки из вас не получаются. И только поэтому не сыграла ваша последняя ставка. С праздником, братцы! В банке 252 тысячи. Кто заберет эти деньги с собой? Будет за ними ухаживать и лелеять их до самой старости, пока смерть не разлучит их. Наш первоапрельский праздничный банк забирает сегодня группа «Сэм» и группа «Сердечко».